мира и покоя, согласия и благополучия в каждый дом, где живут и здравствуют люди доброй воли. Вместе с гарантом спокойной жизни алкометром Алкаквант мы начинаем программу «Криминал Информ». Причем по давней доброй традиции мы подготовили для вас специальный новогодний выпуск. Надеемся, что в ближайшие 30 минут каждый из вас найдет для себя материал по душе. И мы поможем вам погрузиться в атмосферу праздника и хорошего настроения. За 15,5 лет «Криминал Информа» доброй традицией стали предновогодние интервью с разного рода знаменитостями. Достаточно вспомнить актеров Александра Ширвинда и Михаила Державина, Армена Джигарханяна и Аристарха Ливанова, Елену Яковлеву и Бориса Щербакова, писательницу Александру Маринину и певца Николая Расторгуева. Впрочем, всех и не упомнить, ведь главное же не в этом. Главное, что всех названных и неназванных объединяет прежде всего одно – это личности. Личности, что называется, творческие личности и с большой буквы. Именно таковым мы считаем, и, надеюсь, считаете вы тоже, нашего сегодняшнего героя. Достаточно вспомнить его участие в фильмах «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово», «Белые росы», «Вокзал для двоих», «Место встречи изменить нельзя», «30-го уничтожить», «Убойная сила», мюзикл «Три мушкетера» и прочее, прочее и прочее. Дамы и господа, представляем вашему вниманию популярного актера театра и кино, любимчика публики Станислава Садальского. Здравствуйте, Станислав, мира и покоя вашему дому, и спасибо большое за ваше творчество, которое на самом деле всем нам несет большую положительную энергию. Ваши слова до бога в ушество. А вы знаете, кто большой артист, кто с большой буквы, кто с маленькой, это определяется временем. Кто сегодня был с большой буквы, завтра они с маленькой, а послезавтра их вообще не вспоминают. Это у Смоктуновского спросили, вы великий артист? Он говорит, кто великий, кто нет. Это слова Смоктуновского. Это определяется временем, поэтому здесь мы не знаем, кто. Но зрительская великий. Любовь, по-моему, это главное мерило. Зрительская любовь, вы знаете, она сегодня тебя возносит, а завтра еще с большим удовольствием. Это тоже слова Шаляпина. Сегодня тебя возведут на трон, а завтра этим же троном с удовольствием тебя прихлопнут. Зрительская любовь, она изменчива. А от чего, по-вашему, вот зависит? Вот вы как-то нашли вот за многие долгие годы в творчестве. Вы знаете, не потому что я там такой великий, невеликий артист. Каждый понимает, что он дурак, видит глупее себя, то есть меня, поэтому радуется. Вот дурак пришел, вот дурак пришел. И я любую бумагу могу подписать, мне нет проблем. Но, знаете, в сказках о русских дураке оказываются далеко не дураками. Это я покрасовался специально фуражкой, это мне министр обороны Грузии подарил. Я покрасовался, теперь сниму, ладно? Вот опять-таки о творчестве, да, вот нам почему-то кажется, что у зрителей и большинство актеров, которые умеют у зрителей вызвать какие-то переживания, слезы, эмоции, и гораздо меньше тех, кто способен рассмешить людей. Это Луи де Фюнес сказал, очень много в мире артистов, которые заставляют нас плакать, и очень мало в мире артистов, которые заставляют нас смеяться. Почему, я не знаю, но в силу роли я не боюсь смеяться над собой. Я наоборот, счастлив. Когда надо мной смеются, мне это колоссально. Я не держу себе корону, вот я такой. Ради бога, смеетесь. Я все время говорю, как мне у нас дураков, как вы поняли, что вы все умные. Поэтому нет проблем, я с удовольствием смеетесь надо мной. А вот в вашей фильмографии больше 70 ролей в кино и несколько десятков образов вы создали на театральных подмостках. Может, какие-то образы вам ближе всего, памятнее? Ну, более? Я вот тоже повторюсь, что памятные, вообще идеально жанр трагикомедия, когда трагедия с комедией перемешана, или комедия с трагедией, как наша жизнь. Ведь нет, никогда неинтересна чистая комедия, она неинтересна, чистая трагедия неинтересна. А когда наша жизнь, мы в таком попали, к сожалению, без времени. И вы, и мы без времени попали, вот идеальный жанр трагикомедии. Вот мы сегодня играем спектакль по Нине Чусовой. Играю пьяницу, который по пьянке спрятал деньги, забыл куда. И она вызывает гипнотизера, чтобы в транс. Я получаю колоссальное удовольствие. Вы посмотрите, что будет сегодня в зале. После каждого спектакля, мы вчера были в Липае, вот после каждого спектакля зал у нас полчаса приветствует стоя. Это очень приятно и вот очень витаминно. Это допинг актеру? Допинг, абсолютно. Я подзаряжаюсь, я счастлив. Некоторые говорят, боже мой, опять играть. А меня, думаю, в радость, сегодня буду играть. Я прям бью копытом, знаете, как старая цирковая лошадь, уже старая, и когда играет гимн, та-да-да-да-да-да-да, и она слышит гимн, она бьет копытом. Я всякий раз бью копытом, сегодня играть. Я получаю колоссальное удовольствие. Скажите, пожалуйста, вот входить в образ, да. В образе жить, потом выходить. Вот как это, легко ли у вас это получается? Счастье. Некоторые артисты, когда говорят, мне так тяжело работать, боже, мне тяжело работать. Я, знаешь, говорю, вот тебе деньги, пойди на завод лучше работай. На завод. Заводы стоят, фабрики стоят, иди на заводе легче. Для меня
кайф. Для меня, я вообще очень здорово устроил в своей жизни. Я получаю удовольствие, мне еще бабки платят. Вот сейчас видели, сейчас мы здесь вот приехали с Германии, вот реклама. Вот покривлялся, поломался, кривляюсь, ломаюсь, но я получаю удовольствие. Вот еще получил, вот, полный карман денег получил. Так незаметно, не оттопыривается. Ну, не оттопыривается, знаете, просто большие толстые купюры. Вы работали с очень многими известными в творческом плане людьми, там, сколько я помню, и Владимир Высоцкий, и Евгений Леонов, и Андрей Миронов, и Лариса Удовиченко, Эльдар Рязанов, Станислав Говорухин. Вот скажите, пожалуйста, с кем вам вообще и на съемочной площадке, и на театральных подмостках, с кем легче всего вот работалось, и с кем тяжелее, и почему? Конечно. Вы знаете, где вы видели гениев с простым характером? Вот Табаков Олег Павлович, он любит с плохими артистами работать. Он окружает, он счастлив. Когда плохие артисты, он прям парит над ними. Он не любит с хорошими артистами. А для меня очень важно работать с хорошими артистами. Я смотрю, я учусь. Чехов сказал удивительные слова. Дурак любит учить, умный учиться. Мне очень нравится смотреть, наблюдать. И обязательно, вот тоже, знаете, призываю людей общаться с людьми талантливыми в любой области. Потому что когда люди вот такие, все время ты уровень определенно задаешь. А когда люди такие, ты все выше, круче и интереснее становишься. Мне всегда интереснее вот такими общаться, с такими людьми, с вершинами, чтобы потом потихонечку с ними равняться. Скажите, вот уже определенная жизнь в кино, в театре. Довольны ли вы своей творческой составляющей? Есть ли еще, что называется, порох в пороховнице? У меня лицо глупое, я так-то очень умный. Но это было, надо быть полным идиотом, сказать, да, я очень доволен, какое счастье, что я, боже мой. Я поэтому все время, я один спектакль, второй закончил, третий. В силу ролей, уже силу возраста, уже нет ролей. Сейчас ведь делается у нас не режиссерское кино, а продюсерское. Продюсеры, знаете, у них один критерий. Все поют еврейскую народную песню, денег нету. Так же, как и у вас поют, ну, все поют. И сейчас его величество продюсер правит, не режиссер. Все хотят, одна проститутка очень здорово заметила, все хотят побыстрее и за даром. И вы знаете, хотя деньги для меня ничто, если мне нет роли, я прошу, естественно, такие гонорары, которые они говорят, спасибо, не надо, мы вам там за $100 снимем. А если главная роль, хорошая роль, я согласен, бесплатно, я свои деньги заплачу. Но продюсеры боятся. Боятся независимых людей, боятся, которые имеют свое мнение. Но это их проблемы. Хотя и они мои проблемы. А его величество театр, я выхожу один к зрителю, я счастлив. Ну вот помнится, я когда 3 или 4 года назад был на Московском кинотелефестивале, да, на правоохранительную тематику, да, и главный продюсер, или нет, стоп, вру, может он главный режиссер, Михаил Туманишвили, сериал «Марш Турецкого», да, популярный. Вот он сказал, мы делаем сейчас не кино, мы делаем прокладки для рекламы, то есть вот между рекламами, чтобы что-то чем-то заполнить. Ну действительно, он делает прокладки, потому что кто как считает себя, если он себя считает прокладкой, он прокладка есть, Туманишвили, поэтому где мы сейчас, он прокладка. Если, ну, есть настоящие художники, которые не знают, сдаются, как Мотыль, режиссер. Можно, я говорю, вести, как Михалков, нашу фразу, я действительно, удивительную фразу, он говорит, я человек верующий, я человек православный, всякая власть от Бога должна быть с властью. Можно так, я, говорит, с вами, Владимир Владимирович, до конца вашего президентского срока. Я помню, он говорил, мой друг Рудской, мой друг Борис Березовский ездил в Карачаево-Черкесию депутатом. Есть такая манера, но мне кажется, что художник не должен поддаваться, ложиться под кого-то. Он должен иметь собственное мнение иметь. Туманишвили считает, что он прокладка, значит, он прокладка. Поэтому мы его не видим в новых фильмах. Кто себя кем считает, тот он и есть. Внутренне каждый человек знает, что он из себя представляет. У популярного актера театра и кино Станислава Садальского есть готовый рецепт, как вести себя в трудную минуту и как вот с легкостью преодолевать какие-то проблемы? Классика. Ничего нет круче классики. Есенин сказал удивительные слова. В грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжелых утратах, когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым – самое высшее в мире искусство. Не надо себя ничего изображать, надо быть искренним. И народ очень чувствует интонацию, с какой ты говоришь, правда или нет. Я очень люблю радио. Для меня всегда важна интонация. И народ всегда определит, кто есть кто. Кто есть кто. Да. В
продолжении новогодней программы мы предложим вашему вниманию видео-попурри из наиболее запомнившихся телезрителям клипов музыкально-криминального проекта. Желаем вам приятного просмотра и после небольшой рекламной паузы. Высокий экологический стандарт, 100% дружелюбное отношение к природе. Все это Baltic Oil Management. Случается, что человек, приняв небольшое количество алкоголя, сомневается, можно ли садиться за руль. Чтобы не переживать перед возможной встречей с дорожной полицией, желательно пройти предварительную проверку на алкометре «Алкоквант». Показания немецких алкометров от компании «Кайе Сервис» всегда точны и достоверны. Алкометры «Алкоквант» – это хорошее приобретение, которое поможет вовремя предостеречь вас от неприятностей и необдуманных поступков. Лучше один раз попробовать, чем 100 раз увидеть и услышать. Пекристо Пакунга – это не только особенная кухня, каких больше в Риге нет, но и отличное место для встречи друзей и корпоративных вечеринок, семейных торжеств и романтических свиданий. Пекристо Пакунга звучит гордо и заманчиво. Дзейво зале, страда зале, иегусты зале. Baltic Oil Management – дрожь содорбит, партнер. Жизнь без стресса? Семейное счастье? Да, все это возможно. Благодаря алкометрам «Алкоквант». Это лучший подарок к любому празднику. Кстати, Новый год и Рождество – не исключение. Вообще-то, Пекристо Пакунга – это бомба. Бомба в прямом и переносном смысле. Настоящая бомба вкуса, стиля и уюта. Не верите? Проверьте. Лучше один раз попробовать, чем 100 раз увидеть и услышать. От тебя зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было.
пряника. Она хотела русского отведать пряника. Мы месяц ели в Туле, неделю в Костроме, в Сибири, а на дыре, в тыре на Колыме. Россия ей как пряник, сбылась ее мечта. Но жизнь не только пряник, пришла пара кнута, камон. От разных бед в нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. Па-па, па-па-да-па-па, 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 ла-ла-ла-ла-ла, па-па.
Па-па-да-п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 а
ни к чему, потому что доверяю я соседу своему. Рано утром на работу он меня разбудит срок. У него свои заботы, начинается урок. Пап-пап, папа-да-пап-пап, папа-да-пап-пап-пап, папа-да-пап-пап. Ты говоришь, я молчу, только тебя слушать хочу, во всем стараюсь, как ты, найти счастливые черты. Пролетает звездочкой ракета, а это добрая примета, полнеба золотого цвета, и это добрая примета, туманом озеро одета, и это добрая примета, по всем приметам нас с тобой нашла любовь. Ты слышишь пароходов перекличка где-то, а это добрая примета, запели птицы до рассвета, и это добрая примета, струною зазвенело лето, и это добрая примета, идет навстречу нам с тобой любовь. Happy New Year. На выпавший на белый, на этот чистый невесомый снег ложится самый первый, ложится самый первый, и робкий, и несмелый на твой похожий след снег кружится, летает. Озёркою клубя заметает зима, заметает все, что было до тебя. Ты все поймешь, увидев мой дом, всегда с тобою вдвоем. На этой стене и той портреты висят твои, и каждый рисунок мой признание тебе в любви. Я тебя рисую, я тебя рисую, сия у окна. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать могла. Весь мой дом рисунками увешан, весь тебя теперь не прожить дня. Смотришь ты, то весело, то нежно, с каждого рисунка смотришь на меня. Пусть там распой хранят года, теперь со мной ты навсегда, навсегда. Я тебя рисую, я тебя рисую, сия у окна. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать пока. Весь мой дом рисунками увешан, без тебя не верь, не прожить дня.
ваше новогоднее пожелание телезрителям, как людям доброй воли, так и тем, кто новогоднюю ночь встретит за тюремной решеткой? Вы знаете, нельзя. Я хочу, чтобы те, кто за тюремной решеткой, те люди. Потому что от сумы от тюрьмы нельзя зарекаться. Потому что все равно мое сердце на стороне тех, кто за тюремной решеткой. Нельзя ругать тех людей, которые за тюремной решеткой. Уже в силу того, что они за тюремной решеткой. Я бы хотел сказать, что призвать тех людей, которые на воле, к милосердию, чтобы не забывали поздравить тех людей с днем рождения, с очередным днем рождения года. А тем людям, которые находятся рядом с ними, чтобы они были милосердны по отношению к тем людям. Потому что все может повернуться по-другому. Сегодня вы здесь, завтра вы там. Как, знаете, жизнь построена, все время любимый анекдот Павла Павловича Бородина, как у зебры. Идет полоска белая, полоска черная, белая, черная, а дальше жопа. Вот может по-разному все сложиться. Поэтому хочется пожелать, напомнить, что грех уныния – один из самых страшных грехов. И не хотелось быть банальным, но потому что с каждым годом как-то все Новый год все меньше и меньше радуешься. Ну, хотелось, чтобы себя так внутренне пошпыняли. Ах, Новый год! Ах, спасибо, что дожили! Подняли там за себя, налили рюмочку и сказали там «Будь здоров» или «Будь здорова». И будьте здоровы. Давайте. За тех, кто смотрит вашу программу. Будьте здоровы. Всех-всех с наступившим Новым годом. Пусть 2016 будет удачнее, чем все предыдущие вместе взятые. Пусть беда и горе обязательно обходят ваш дом стороной. От всего сердца желаем вам только светлых помыслов и свершений. Спешите творить добро. Всего вам самого безопасного. Всегда помните, что береженого и Бог бережет. Мира и согласия вашим семьям в 2016 году. Бог в помощь.